И все стандартные положения у Амкаран исполняет Константин Васильев. Подача, и опять остается на своем месте Веремко. Не выходит, и получите. Дмитрий Беларуков, 2-0. Вышел Амкар из тренда, где команда второй восьмерки больше одного мяча не забивает в домашних встречах. Амкар забивает 2. Васильев сделал хороший навес на линию вратарской. И там Беларуков, опередив Рене. Красиво внешней стороной стопы под перекладину, и не успел среагировать Веремко. Да и, наверное, даже Джан-Луиджи Буффон или Икер Касильяс в такой ситуации не среагировали бы. 2-0 на 58-й минуте.